еще скажу вам, разлюбезная Катерина Матвеевна, что являетесь вы мне, будто чистый лебедь, будто плывете себе, куда вам требуется, или по делу какому, даже сказать затрудняюсь. Только дыхание у меня сдавливает до крайности, будто из пушки кто в упор саданул. Только знайте, любезная Екатерина Матвеевна, что классовые сражения на сегодняшний день в общем и целом завершены, и час всемирного освобождения настает. И пришел мне черед домой возвратиться, чтобы с вами вместе строить новую жизнь в милой сердцу родной стране. Часа. Давно обосновался?
Везет мне на эти дела. Я еще в госпитале зарок себе дал. Получу увольнительную и домой прямиком. Никаких там историй. Двоих таких откопал, ничего. Третий попался. Вытащил. А он меня ж за горло. Бандит оказался. Вот какая история. Его свои ж зарыли. Еле отбился. Вот сейчас тебя трою. И будь здоров. Совсем озверел. Черный Абдулла. Ни своих, ни чужих не жалеет. Приди мы позже, самую малость. Всех бы до одной передушил. За что он их, товарищ командир? Бандит. Как добрались мы до этих мест? Абдулла решил уйти за границу. А гарем, стало быть, в расход, чтоб никому не достался. Нет, с женщинами нам Абдуллу не догнать. Он потому и разделаться с ними хотел, что связывали они его. И бросать их здесь нельзя. Вот тебе сухари, пшена на дорогу. Подзадержался я здесь. Полгода как отслужил, а все мотаюсь по пескам этим. Сколько лет дома не был. Ну вот, пока хватит. В Пиджинте еще что-нибудь раздобудешь. А я, извини, не могу. И так большой крюк дал. Теперь напрямую пойду. Вот так. До Волги доберусь, а там и до Самары рукой подать. Не будет покоя, пока жив Джавдет. Зачем выкопал? Мертвому, конечно, спокойней. Да уж больно скучно. А что у тебя с этим, с Джавдетом? Отца убил. Меня закопал. Четырех баранов взял. Больше у нас не было. А этот, как его, Джавдет, он с черным Абдуллой или как? Они не любят друг друга. Джавдет трус. Абдулла воин. Ну что ж, Саид, счастливо. Старой крепости
Его через трубу надо было брать. Через трубу? Сухов, помоги. С тобой мы в раз его прикончим. Ведь ты один целого взвода стоишь, а то и роты. Восток, дело тонкое. Ты как здесь оказался? Стреляли. Слушай, хоть женщину возьми. Ты подумай. 3 дня просидел у старой крепости. Глаз не смыкал. Думал, вернется Абдулла к гарему. По рукам и ногам связали проклятые. Рахимов. А? Я домой иду. Ты возьми. А мы пока Абдуллу поймаем. Он сейчас у сухого ручья. Ты их только до Пиджинта доведи. Все-таки от бандита подальше. Я тебе человека дам. Лошадь. Жена. А, Сухов. Сухов. Да сейчас, может быть, на 300 верст никого из наших нету. Это точно. Вот и хорошо. Вот и договорились. По коням! Товарищи женщины, не бойтесь! С вашим мужем и эксплуататором мы покончим! А пока вы поступаете в распоряжение товарища Сухова, он будет вас кормить и защищать! Он хороший человек! Стой! 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 Фу, чтоб тебе! Ну что ж мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться! Подъем! В Пиджинт не ходи. Абдулла придет туда. Поживем, увидим. Отдай коня. Список, товарищ Сухов. Зарина, Джамиля, Гюсель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай. Гюльчатай! Напра... За мной, барышни. Душа моя рвется к вам, ненаглядная Катерина Матвеевна, как журавль в небо. Однако случилась у нас небольшая заминка. Полагаю, суток на 3, не более. А именно, мне как сознательному бойцу поручили сопроводить группу товарищей с братского Востока. Отметить надобно. Народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком. Так что ноги мои бегут теперь по горячим пескам в обратную сторону, потому как долг революционный. К тому нас обязывает. Еще хочу сообщить вам, дислокации наши протекают гладко, в обстановке братской общности и согласия. Идем себе по пескам и ни о чем не вздыхаем. Кроме как об вас, единственная и незабвенная Катерина Матвеевна. Так что вам зазря убиваться не советуем, напрасное это занятие.
Умоляю, только не в музей. Здесь величайшие ценности. Погоди. Ты откуда взялся? Я хранитель музея. Моя фамилия Лебедев. Понятно. А где население? Спряталось. Привезти сюда гарем. Вот что, товарищ хранитель. Эти 9 освобожденных женщин Востока тоже величайшая ценность. Послушайте. И давайте не спорить. Вопросы есть? Вопросов нет. За мной. И отдохнете денек. Джамиля, Зарина, Гюзель, Саида, Кафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай. Гюльчатай! Гюльчатай! До свидания, барышни. Может, еще денечек побудете, а? Хорошего понемногу. Товарищ Сухов. Да не робей, Петруха. Завтра придет Рахимов, заберет вас отсюда. Ну, Саид, счастливо оставаться. А я только в море полоснусь и в дорогу. Смотри, больше не закапывайся. Красноармейцу Сухову. Мной. Омбрик мене колун. Обдулы было 11 жен. Куда еще двоих подевал? Погоди, вот придет Абдулла, он тебе вырвет язык. Ну чего молчи? Язык берегу. Тебя как, сразу прикончить? Или желаешь помучиться? Лучше, конечно, помучиться.
Семен, вскочи к Абдуле. Как здесь оказался? Стреляли. У Абдулы очень много людей. Это точно. Обратно пишу вам, любезная Екатерина Матвеевна, поскольку выдалась свободная минутка, и разнежился я на горячем солнышке, будто наш кот Васька на заваленке. Сидим мы сейчас на песочке возле самого синего моря, ни в чем беспокойства не испытываем. Солнышко здесь такое, аж в глазах бело. Товарищ Сухов! А как Рахимов задержится, что будет тогда? Ведь Абдулла из-за них, знаете? Здорово, отцы! Прощения просим. Где взяли? Давно здесь сидит. Петруха, прихвати ящик, пригодится. Есть. А барышням объявить, что никакого Абдулы не будет, что без паники, ясно? Ясно. Ты что? Завтра Абдулла будет здесь. Уходи. Теперь не могу. Видал, как все обернулось? Оставайся, Саид. Здесь нет же где-то. Ну, тогда счастливо. Послушайте, они же взяли самые дорогие экспонаты. Да какие еще экспонаты? Я же сказал барышням, брать ковры похуже. Это же 11 век. Возьмите новые. Отставить.
Ильяс, это наш господин! Господин, никто не должен видеть наши лица, только ты. Ты наш новый муж. Скажи своему человеку, чтобы он не приходил. Товарищи женщины, революция освободила вас. У вас нет теперь хозяина. Нет господина. И называйте меня просто товарищ Сухов. Забудьте вы к чертям свое проклятое прошлое. Вы будете свободно трудиться, и у каждой будет отдельный супруг. Вопросы есть? Вопросов нет. По-серьезному. Это ничего, что там чьей-то женой была. Ты мне по характеру подходишь. Я шустрых люблю. Я ведь и посвататься могу. У меня мама хорошая, добрая. Ее все уважают. Да открой ты личико! Отставить! Стой! Гюль, читай. Я, господин. Объяви барышням подъем. Угу. Стой. И вот что. С сегодняшнего дня назначаю тебя старшей по общежитию. Будешь отвечать за порядок. Вопросы есть? Нет. Господин назначил меня любимой женой! Товарищ Сухов, я ж по-серьезному, я жениться хочу. Я только личико увидеть, а то вдруг крокодил какой, а потом томись всю жизнь. Ступай на берег. Найдешь белый домик, бывшую царскую таможню. Узнай, кто там сейчас. Вверх. Ты в чей дом забрался? Отвечай. Не знаю. Слыхал про Верещагина? Дожил. Было время, в этих краях каждая собака меня знала. Вот так держал. Сейчас забыли.
Зачем ты убил моих людей, Саид? Я послал их сказать, чтобы ты не искал Джавдета в сухом ручье. Его там нет. Возвращайся в Пиджент. Твой отец был другом моего отца. Дорога легче, когда встретится добрый попутчик. Мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе. 9 граммов сердце постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердце постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Эй, хозяин, прикурить есть? Ты что? Это товарищ Сухов. Сухов, говоришь? Сейчас мы поглядим, какой это Сухов. Держи. Заходи. Павлинов видел? Видел. Модный их сменял. Мундир-то. Петруха! Я не пью. Правильно. Я вот тоже сейчас это допью и брошу. Пей. Садись. Уж больно мне твой Петруха по душе. Пулемет дашь?
Абдулу ждешь? Жду. Вот что, Сухов. Была у меня таможня. Были контрабандисты. Сейчас таможни нет, контрабандистов нет. В общем, мне с Абдулой мир. Мне все едино, что белые, что красные, что Абдула, что ты. Вот ежели бы я с тобой пошел, тогда другое дело. Ну, в чем же дело? Пошли. Пошли. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята. Назад. Ты что говорил? Ты какие клятвы давал? Сдурел на старости лет. Настасья. Мало тебе, окаянный, что ты молодость мою погубил. А сейчас и вовсе вдовой сделать хочешь. Пашенька, прости, Христом Богом прошу, прости. Паша, не ходи с ними. Погубят тебя не за грош. Вот что, ребята, пулемета я вам не дам. Понимаем. Павлины, говоришь? А вас кто сюда звал? Займется, считай. Пускай плывут на катере. За кордон собрались. Заведут мотор и через 42 кик! Это точно. Прибери здесь все.
Гуси-лебеди. А может, они от нас? Может, наши места пролетали? А ты откуда родом-то? С Подкурска. Не бывал. Я ведь из дому таким, как ты, ушел. И бросала меня по свету белому. От Амура. От Амура. До Туркестана. Мой отец перед смертью сказал: Абдулла, я прожил жизнь бедняком. И я хочу, чтобы тебе Бог послал дорогой халат и красивую сбрую для коня. Я долго ждал. А потом Бог сказал: садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный. Мой отец ничего не сказал. Джавдет убил его в спину. Твой отец был мудрый человек. Но кто на этой земле знает, что есть добро и зло? Кинжал хорош для того, у кого он есть. И плохо тому, у кого он не окажется в нужное время. Где же он, муж этот? Все на! Гюльчатай, когда я была любимой женой Абдулы, вы каждый день его видели. И даже каждый день он кого-то бил. Наш муж забыл нас, еще нас не узнав. И как его понять, ведь мы не так уж плохи. А может быть, Гюльчатай плохо его ласкает? Или ему не нравится, как она одета? А может... Чего? Тебе который год? Ты-то оставь, дочка. А может, и впрямь тебя замуж отдать? Женю на тебе Петруху законным браком. Парень он холостой, увезет тебя к матери своей, а? Я твоя жена. Моя жена дома. А разве ты не можешь сказать, что Гюльчатай твоя любимая жена? Разве она обидится? Обидится. Сколько раз тебе объяснять? Нам полагается только одна жена, понятно? Одна. Ну, разве плохо? Одну тебя любит муж, одной тебе презенты дарит, заботится, бережет. Плохо? Хорошо. Ну вот. Одна жена любит, одна одежду шьет, одна пищу варит, одна детей кормит. И все одна. Ничего не попишешь. Тяжело. Конечно, тяжело. Ладно, ладно, спокойной ночи. Завтра поговорим. Thank you.
бедный Ибрагим. Пока их не возьму я, ты останешься с нами. А еще хочу приписать для вас, Катерина Матвеевна, что иной раз такая тоска к сердцу подступит, клешнями за горло берет. Думаешь, как-то вы там сейчас? Какие нынче заботы? С покосом управились или как? Должно быть, травы в этом году богатые. Ну, да недолго разлуки наши тянутся. Еще маленько подсоблю группе товарищей. Кое-какие делишки улажу. И к вам подамся, бесценная Катерина Матвеевна. Простите великодушно, небольшая заминка, докончу в следующий раз. Тебя хоть раз. Почему ты не умерла? Оружие. Обернешься, стреляю. Брось! Руки. Кинжал. И 5 шагов вперед. Со двора. Я отпущу тебя, как только твои люди уйдут из Педжента. Если что, я не промахнусь. На берег все, грузите баркас, спускайте на воду. Я остаюсь в гостях. Если в полдень меня не будет, вернетесь рассчитаться за гостеприимство. Убирайся! Петруха! Останешься здесь. А я на берег. Поглядим, что делают бандиты. Абдулу пьяный! Ты что, умрёшь? А что вы могли? Он скрытием повернулся! Абдулу пьяный! Абдулу пьяный! Абдулу не говори никому. Не надо.
обманут тебя. Они сядут на баркас, ты отпустишь Абдулу, они вернутся. Это вряд ли. Опять ты мне эту игру поставила? Не могу я ее каждый день проклятую есть. Хоть бы хлеба достала. Господи, да где же вы теперь найдешь-то? Съешь, ведь опять не закусывал. Что нынче страх в поселке, из дома никто нос не кажет. Ревкома уполномоченные-то с милиционером все еще в центре не вернулись. А этот рыжий, что к нам приходил, самого Абдулу будто поймал. Не к добру это. Господи. Ты-то хоть не задирайся, не встревай. Ведь будет с тебя, свое отвоевал. Читай. Принеси воды. Чего залез-то? Прошу вас, никому ни звука. Здесь тайник от бандитов. Личка-то открой. Петруха!
теперь уходи. Скорее. Одному нельзя оставаться. Не могу. Абдулла убьет женщин. Абдулла убьет тебя. Это его жены. Прощай. Я рассчитывал на тебя. Если меня убьют, кто отомстит Джавдету? Я рассчитывал на тебя, Саид. А ежели вовсе не судьба нам свидится, Катерина Матвеевна, то знайте, что был я и есть до последнего вздоха преданный единственно вам одной. И поскольку может статься в песках этих лягу навечно, с непривычки вроде бы даже грустно. А может от того это, что встречались мне люди в последнее время все больше душевные, можно сказать, деликатные. Тому остаюсь свидетелем. Боец за счастье трудового народа всей земли, за Каспийского интернационального революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля, красноармеец Сухов Федор Иванович. Ну что, хранитель, женщины ушли? Я задержал их. Посмотрите, это подземный ход. Выходит к берегу моря. Его прорыли в эпоху самонидов. Последние 400 лет им никто не пользовался. Далеко. Отпустите руку! Отпустите, я говорю! Он за насилие! Отпусти его, Ахмед. Извольте немедленно прекратить грабеж. Никаких женщин здесь нет, и мне о них ничего не известно. Здесь должен быть подземный ход. За мной. Тоже никого нет.
тварь! Эх, взорвать бы! Гранат нет? Оставь твой патрон, Абдулла! Нечем будет застрелиться! Ваше благородие, смотря чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа, победа. Значит, моя песенка до конца испета. Перестаньте черти. Я там двое. У нас нет гранат. У тебя мы знаем запас. Перестаньте. Прекрати дурацкую песню! Повезет в любви. И встать, когда с тобой разговаривает подпоручик! Перестаньте черть клясться на голове. Чуть. Да граната у него не той системы. Да! Полная. Эй, Абдулла! Ты еще в чедре? Или переоделся мужчиной? Абдулла! У тебя ласковые жены. Мне хорошо с ними. Я дарю тебе их. Когда я зажгу нефть, тебе будет хорошо. Совсем хорошо. Иди от них. Нет. Хоть беги. Где гранаты? Эти пули, чтобы чума унесла. А ну давай, шевелись быстрее, быстрее! Ты что, застул, морда? Вот я тебе плечи закручу! Давненько тебя не видел, Абдулла. Давно. Ты все кочуешь? Стреляешь? Старый стал, ленивый. А помнишь, какой я был? Были времена. А что это? Люди твои. Никак запалить, что хотят? Да вот забрался один приятель, а не выходит. Федор, Петруха с тобой? Убили Петруху, Павел Артемич. Зарезал Абдулла. Паша! Иди, иди! Хорошая жена, хороший дом. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость?
потратилась, подумаешь. Зато муки достала. Нынче борщ сейчас готовлю. Лепешка напеку. Хоть с отрубями, а кто ж таки хлеб? Засиделись мы, что это что? Вот уполномоченный из центра вернется, и мы первым же баркасом по Астрахань пойдем. Могилку, сыночка, поправить пора, уж зарасслабить, поди совсем. Ну, кто за ней смотрит? И в церковь-то, почитай, второй год как не были. Грех есть. А рубах наденешь с вышивкой. Я как тебя в этой рубахе увижу, так сразу все в памяти встает. И как старик старик. Паш, а ты пароход князь Таврический помнишь? Абдулла, немного ли товару взял? И все по небеспошлине. Так нет же никого в таможне. Кому платить неизвестно. Хочешь, мы заплатим золотом. Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Аристарх, договорись с таможней. Зажигай! Постой, Абдулла! Это говорю я! Сави! Как прикажешь тебя понимать, Саид? Ушел!
Ну что, таможня, очухался? Абдулла, таможня дает добро. Махмуд, зажигай! Обойди его сзади. Махмуд! Не давай ему высунуться! Сорвешься! Стой! Выходите, барышни. Ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
может, обождешь? До центра вместе доберемся. А там по железной дороге. А? Нет. Это ж крюк такой. Я напрямик, скорее получится. Ну, коня возьми. Не, хлопот с ним. Кормить надо. Прощай. Ну, Джамиля, Зарина, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия. До свидания, барышни. Извините, кое-что не так. Спасибо! Не за что. Ты как с Джавдетом? Может помочь? Нет, Джавдет мой. Встретишь, не трогай его. Ну что ж. Тогда счастливо. Добрый день, веселая минутка. Здравствуйте, бесценная Катерина Матвеевна. За прошедшую отсрочку не обессудьте, видно, судьба моя такая. Однако ничего этого больше не предвидится. А потому спешу сообщить вам, что я жив-здоров, чего и вам желаю.